На самом деле мы знаем, кто настоящий кидок. Продажу монет на все платформы вы найдете у моего партнера Алехи Алалаева. Самые низкие цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. При покупке не забудьте указать, что пришли от Германа. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! С вами снова Герман. И Фаворит. Я сегодня в гостях у Гера, так сказать, у нас совместный ролик. Со мной тот самый Фаворит, который взял первый дивизион. Вот, собственно говоря, сегодня мы будем играть в футдрафт вдвоем с двух джойстиков. И если вы помните, то вот что у нас творится. Был эпический первый матч, который закончился победой со счетом 6-5. Чё думаете, я опять не забью? Да! Просто, чуваки, я сделал это! И состав, согласно вашим комментариям, я немножко видоизменил, ну совсем чуть-чуть. В общем, мы Роналду передвинули на позицию форварда, а на позицию ЛФ-шника поставили Женю Коноплян. Ну я думаю, что сегодня самое время закончить этот драфт и... Все, поехали. Закончить, в смысле, типа проиграть и слить, что ли? Я не знаю, я сегодня уеду отсюда. Нет, ты чё? Приехал сливать стол. Погнали. Очень-очень рано заставил играть в FIFA, а я хотел спать. Объясните ему, что 10 утра это не рано. Я тебя умоляю. Угу. Ложиться 4 не надо? Вот это я вырежу. Да, вырежу, честно вырежу. На, серьезно, ты не верил. Смотрим состав соперника. Неплохо. Ну как, относительно. Ну, Рамирос. Смотри, правый фланг, через него будем играть. Тут вообще центр деф плохой, и правый деф, кто эти люди? Центр полузащитник тоже. Кто это вообще из... Это не Сильта, да? Это этот. Я не знаю, кто это. Я не знаю, что это. Короче, если ты не выиграешь сегодня, я не знаю, делай, что хочешь. Мне надо выиграть этот драфт, и ты сегодня вот 1-4 должен меня протащить за собой. Ты же у нас выиграл первый див, и если мы сольем, то это будет на твоей совести. Я уже говорил, что это последний ролик по фудрафту. А что за фигня с канала? Это... Соперник с модема, чё? Первый раз, что ли, боже мой. Съесть штрафную кидаю, я всегда так делаю. Прикол в том, что такие реально залетают. Понятно. А, нет, смотри, ну понятно. Я вот сюда теперь там. Вот сюда вот мягко. Себе дал в итоге. Ну, потому что ты кидок. Не, ну на самом деле, ребята, это безумно тяжело играть с лагающим интернетом. Это очень сложно и самое обидное, что дело ни хрена не во мне. Не в моем интернете, молодец, Дима. Дима показал киберспорт и Гера привез. Нет, просто я контролировал. Не повезу тебе, молодец. Я сам приеду. Пешком проеду. Мне Гути не видел. Не говори, что я Гер, ты чё? А, да что? Как он тебя продавил? А ничего страшного, что у меня правозащитник там. Кто? Лунтик. Какой Лунтик? Кто у тебя там? Он только родился. Что? Давай, короче, делай ска... Да чё за фигня? Дим, ты опять нарушил. Центр. Нет, я не дам. Да ты чё, сумасшедший, что ли, совсем? Женя Коноплян, понял? Не дай бог ты мне сейчас по... Понятно. Красавчик, контратак привёз. Я тебя умоляю. Давай, Семья. Давай ты в оборонке, я бы не понял. Ну, вот как он хочет, да, понятно всё. А как ты пасоваться собрался сам с собой? Я что-нибудь придумал. На, напейся. Насасывать, напинать надо, вот чё. Что делать? Напинать. Нет, а глагол какой-то? Насасывать. И часто ты этим занимаешься? Да. Команда, ну-ну. Игра, уровень бог. Нет, брата, пожалуйста, сделай что-нибудь. Насосал, блин? Так. Ответ, красавчик. Нет, конечно, гениальная игра, что сказать. Мне кажется, ты не за нас вообще. Ты смотри, какой пенальти охренительный просто. Что это за дерьмо? Что это за хрень? Тащи давай, хорош. Я не могу. Гол! Слушай, этот чувак умеет играть на лагах, это стопудово от него. Да. Если бы он не умел играть, если бы это не у него было, он бы сейчас мимо ударил. Не, пенальти топовый был, согласись. Давай, пожалуйста, забьем, я тебя очень прошу. Я стараюсь. Да ничего не говори, мне просто играть дальше. Можно как-нибудь
ну, чтобы это... Давай на Роналду, насунь на него, давай. Можно закончить матч, чтобы нет. Ты, короче, нет. Домой уехал? Нет, спасибо тебе, а ты, я потом сыграю заново. Отвечай, слушай, мы за тебя проиграем, стопудово. Все, а теперь нужно, давай. Не вариант. Смотри, неудобно. Удобно. Неудобно штаны через голову одевать. Это тоже. И неудобно передачи такие давать. Так а я что говорил тебе? Вот. Вот, а вот это сейчас можно. Давай, забивай. Не надо пас давать. А как я тебя с прямого угла сажу? Как угодно. Только не пас там бы не прошел. А вон есть этот. Евгений? Евгений. Когда Санчес? Санчес сейчас уже скоро будет. Только ты забьешь, если за Адриана. Но! Да! Хорош! Вот это, ребята, киберспорт. Адриана привез пенальти, Адриана забил. Дима привез пенальти, Дима забил. Кстати, почему я-то привез? Все. 1-1, играем дальше. Окей. Жмопс. Вы бы знали, какой Герман на монитор, вы бы с ума сошли, ребят. Ой, здорово, ну-ка в центр! Ну! Я все для тебя сделал, братан. Да ну пас-то не прошел, значит не все. Ну куда еще больше-то? Тоже давай в пределах разумного проси. Так, неплохо. Только лагать, я не знаю, как открываться. Фол! Фол. Так, может мне дать свой геймпад? Фол. А что ты думаешь, ты типа ударишь? Забыл, как я тебя забивал? А. Да ну нахрен, блин, меня накаляют такие моменты, ну серьезно. Окей, хорошо. Хорошо. Человек берет геймпад и говорит, что он сейчас сделает картинку. Ребят, если он не сделает картинку, вы понимаете, что будет. Гребаный читер из Тамбова. Мне это понравится. Как ты это сделал, чувак? Дим, ты серьезно? Как ты это сделал? Он просто собрал джойстик. На опыте. И всадил. Это первый дивизион, ребят. Ладно, ну понятно, как ты до первого дивизиона. На штрафных, да? На штрафных. Насасывает на штрафные и на пенальти, понятно. Давай. Не достану, нет. Достань. Еще не скажи, что я виноват. Я передачу только не достану. Да, еще не видишь, что давать не умеешь, блин. Еще мне бербоспин не делается ни разу. О, неплохо. Забивай. Сейчас. Было близко. Ну окей, ладно. Подожди. Да что, давай. А, ну. Ну-ну. Все, давай назад. Не знаю. Все. Все, есть. Это 2-1, друзья. И это 2-1, который мне помог сделать Дима. Так да. Или иначе, этот штрафной, который он забил, он серьезно был какой-то нереально читерский. Вот, собственно говоря, оценки за матч. Санч особо не успел ничего сделать. Ну, будем честны, соперник был слабый, в защите он играл плохо, плюс лаги нам помогли отчасти. А штрафной кто заработал, ты? А, да, если ты бил, да. Это я во всем, ну, не виноват. Виноват. Я молодец, короче. Да. А, не, вон там в центре. Ну, в общем, я доволен. Он доволен. А Гер, ты доволен? Он доволен. Ну что, погнали. Вторая победа, 2-1. И опять пот. Вот, так что, друзья, с вас куча лайков за победу 2-1, за Димона, который действительно подтвердил, что он тащит в первом дивизионе. Ссылочка на фаворита будет в описании под видео. Обязательно переходите, подписывайтесь, там клевые видосы. Ну а дальше нас ждут упорты. Ответы! Мячик, отомсти Герману! Герман, как ты вообще находишь смелость на такие идиотские задания? Ну вообще, да, ребят, это смелость, дебилизм, глупость, но в основном смелость, да. Неужели у вас нет нормальной одежды, особенно у Германа? Что? Нормальной одежды? А что с моей одеждой не так? Убери мячик во время видосов. Друзья, на этом это видео подходит к концу, и если оно вам понравилось, то почему бы не подписаться на канал, не поставить палец вверх. Для вас, как всегда, старался Герман. Всем футбол, и пускай вам повезет. Пока!